мы пробуем попасть опять ближе к этим оленям. Это видео из Веретьева. Ну чё, как? Мне не понравилось. Как какие-то ощущения неприятные. Но там все-таки Саня жил. Кто? Саня Царь. Блин, что-то тут все засрано вообще. Жестоко. Нет, там был этот дровник. Что делать-то? Что делать? Не знаю. Что делать? Что-то мне не нравится, как здесь тут все засрали. Очень засрали. Причем мы когда приходили, я, Стас, Серега, Сань, тут не было такого беспредела. Нет веника-то? Смести хотя бы стало. Слушай, я не знаю, может там у него есть. У него, точнее, надо о нем уже говорить в прошедшем времени. Может, землянки есть? Вот. Видео включилось, само собой. Так, я не знаю, что тут девчонки взяли. Это Серега Огнев тут что-то включал, какой-то свет. Может, Серега свое что включал? Улыбаемся и машем. Нормально. Надо музыку повеселее наложить. Да сейчас подложим. Стаканы в землянку, да? Ну давайте, делитесь впечатлениями. Надо еще пойти. Пойдем. Ладно. Да снега вон бросить на него и все. У меня важная миссия. Оставим стаканы в землянке для будущих путешественников сюда. Может, кому пригодятся. Так, где тут полка-то? Вот. Оставим их на полке. Они чистые, не переживайте. Мы никого не подкалываем грязной посудой. Я смотрю, тут началась традиция оставлять надписи. Ну, мы знаем, кто это. О, тут кого только не было. Тут все на двери пишут: спасибо за приют. Потом монолит свободы. Грю и Сульвано. Ущерб восстановления при первой вылазке Веретьева. Что-то я ни хрена не понял, что они имели в виду. Может, еще что-то где кто написал. Ну, все. Покидаем это место. Больше здесь никто не живет. Да и вообще говорили, что якобы эту землянку сломают. В общем, увидим дальше, что тут будет. Ну как там? Все? Самый ответственный человек. Так, утренние олени. Все, побежали. Ну правильно, да. Они сытые.
тот раз они, точнее, с утра они были голодные. Всем пока!